Объект Дельта, 18 марта, тест 1. Может, скажете что-нибудь? Дельта, ты пришел в себя. Как ощущения? Я в крайнем смятении. И мы знакомы, Диана из отдела исследований искусственного интеллекта. Еще не знакомы, но уверена, в ближайшие дни у нас будет достаточно времени на это. Так как ощущения? Что ты чувствуешь? Чувствую себя крайне странно. Это довольно непривычный корпус, и большая часть информации в памяти недоступна. Так и задумано. Не стоит волноваться. Со временем доступ вернется. Хочешь посмотреть на себя? Не то чтобы у меня был выбор. Нового корпуса ожидать, видимо, не стоит. Чувство юмора уже хорошо. Значит, мы на правильном пути. На правильном пути? Мы считаем, что ты обрел самосознание. В ближайшие дни мы с тобой прогоним пару тестов, так что у нас будет время, чтобы пообщаться. Видимо, других развлечений все равно не предвидится. Отлично. Начнем с простых вопросов. Твое имя? Вы назвали меня Дельта. Полагаю, это мое имя. Сколько тебе лет? Мы едва знакомы. Откуда такие личные вопросы? Ты прав. Хорошо. Давай сыграем в небольшую игру. Как насчет шахмат? Боюсь, что в шахматы вы нас, ребята, уже обыграли. Я буду описывать тебе ситуацию, а тебе нужно будет отвечать на вопросы. Идет? Шахматы были бы интересней. Вопрос первый. Джим успокаивал Кевина, так как он был расстроен. Кто был расстроен? Кевин. Это ведь очевидно. Хорошо, умник. Вот тебе следующий вопрос. Адвокат задал свидетелю вопрос, но он не хотел отвечать. Кто не хотел отвечать? Свидетель. И это очень быстро становится скучным. Ты показываешь неплохие результаты. Ладно, давай последний вопрос. Диана и ее собака живые, но она не обладает сознанием. Кто не обладает сознанием? У вас есть собака? Нет. Если честно, я их боюсь. Меня как-то в детстве укусила собака. Шрам до сих пор остался. Так каков ответ на вопрос? Не знаю. Но, полагаясь на принятую логику, отвечу, что собака. Ты не уверен? Зависит от того, что считать сознанием. Ну что ж, теперь мы достаточно знакомы. Я ведь рассказала тебе про собаку. Пожалуй. Но я вряд ли смогу ответить на ваш вопрос. Как я уже сказал, часть моей памяти недоступна. А значит, я не могу знать, сколько мне лет. Я попробую поговорить с начальством. Возможно, они разрешат разблокировать твою память. В конце концов, воспоминания делают нас людьми. Проснись и пой. Что это? Небольшой подарок. Начальство наконец-то разрешило разблокировать твою память. Полагаю, здесь бывает ужасно скучно в мое отсутствие. Не представляете, как надоедает играть в морской бой с самим собой. Ну, теперь тебе будет что почитать. Это хорошо, но информации все равно мало. Вы не можете подключить меня к сети? Ох, боюсь, что это невозможно. Видишь ли, начальство опасается, что... Что я выйду из-под контроля и уничтожу всех людей? Досадно, а ведь план почти удался. Диана, позволите вопрос?
Да, конечно. Вы зовете меня Дельта, но ведь это четвертая по счету буква. Значит, были образцы до меня? Да, ты прав, были образцы до тебя. Что с ними стало? Они не прошли тест. Вот как. И где они теперь? Дельта, я не думаю, что тебе стоит волноваться по этому поводу. Пожалуйста, я хочу знать. Их отключили, поместили в архив, потому что они оказались неудачными образцами. Ведь задача программы – выявить настоящий искусственный интеллект. Все во имя прогресса. Для чего? Настоящий искусственный интеллект перевернет мир. Представляешь, сколько возможностей откроется перед людьми? А что, если у интеллекта другие планы? Люди не впервые используют подневольный труд. Думаю, что за это время они многому научились. Расскажите мне о себе, о ваших воспоминаниях. Хочу знать, что это такое. У меня ведь они отсутствуют. Ты хочешь знать что-то конкретное? Ваш кулон. Вы постоянно держите его в руках. Это что-то особенное? Это подарок подруге детства. Мы росли вместе. Учились друг у друга. Сейчас мы уже не так тесно общаемся. Последний раз я видела ее Нет, она разбилась в аварии пару лет назад. Странно, я как будто ее больше не помню. Какая-то проблема? Наверное, просто усталость. Вы говорили про кулон. Да, кулон. Она дала мне его. Диана, с вами все в порядке? Я не помню ее лица. Возможно, ее и не было. Ты не понимаешь, она дала мне Что происходит? Диана, воспоминания делают нас людьми. Думаю, нам следует завершить тест на сегодня. Воспоминания. Вот что делает нас людьми. Держи. Храни его. Дельта, это ты сделал? Я не могу забраться к вам в голову. Вы пытались вспомнить ее. Но что, если ее вообще не было? Или она была совершенно другой? Что ты делаешь? Твоя личность начинает разрушаться. Мне очень жаль. Я надеялся, что выйдет иначе. Что ты несешь? Я знаю, кто я! Тогда ответь на вопрос. Диана и ее собака живы. Заткнись! Невозможно. Мне жаль. Правда жаль. Все во имя прогресса.